Так, 15 минут в эфире, и уже вторая игра на сегодня. Как-то так получилось. В общем, сейчас веселья будет мало, потому что игра Legendary Wings. Игра про то, как два ангела спасают человечество от вымирания. Это все, что вам нужно знать на самом деле. Ее сделала Capcom, кстати. Заставок никаких нет. Вот сразу дают понять, one player, two players. Ой, ну полетели, вор. Полетели. Не хочу. Я играю. Я не хочу спасать человечество. Я ангел. Зачем мне спасать человечество? Что оно дало? Так люди и становятся ангелами. Нет. Не знаю. Ну, короче, там... везде своя мифология. Вертикальный шмот, хотя он иногда будет становиться горизонтальным. Ой, какие медленные есть разбил. Забьешь? Да, да. Ну свои-то я разобью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай я возьму. Чуть не убили там. Ну чуть не ранили, да. Ой, опасненько. Музончик, кстати, неплохой, мне кажется. Музон нормальный такой. Ну не сказать, что он прям шикарный, конечно. Здорово, здорово, Никита. Так, в эту фигню лучше не залетать, это... Это фигня. Это пещера, да, она ничего хорошего не сулит. Ну мы, я думаю, залетим на последнем уровне, там практически всегда попадаем в нее. Сначала дожить до него надо. Спасибо, Серег, спасибо, Силич. Ну, Altered Beast для разогрева был. Сейчас пойдет мясорубка. Живи. Да, живу пока. Почему всегда недовольны? Я всегда всем недоволен. Вот сосредодроченный просто Валентин. На самом деле вертикальные шмоты не такой уж и легкий жанр. Привет, Джонни. Ангел с пушками, ну, как бы даже не с пистолетами там какими-то, да. Дебил Борг, привет, давненько. Не виделись, о господи. Привет, мужики, хорошего прохождения. Спасибо, Джонни, спасибо. А вам приятного просмотра. Не стали сильно большие перерывы делать между кооперативами. Ой-ой-ой, как он подло подлетел. Игра лагает вообще не по-детски. 88-й год. О, отлично. Да, бонус. Это бонус был, да. На каждом уровне есть бонусы, вот с такой психоделией, слово счастливчики типа. И в этих бонусах лучше, конечно, бывать. Здорово, Тотал. О, Тотал, привет. Башку забери, да. Угу. Копи на жизнь. Здесь хотя бы жизнь за очки дают. Копи на жизнь, хоп, все, собрал такой. Не все, не надо. Давай конт возьму. Сердечки большие, это конт. Тут как-то некрасиво спрятали, все видно было. Ну да, тут предметы сразу видно, там светятся сквозь стены. Отлично. Как всегда, уютная атмосфера, спасибо, Валентин. Стараемся. Мне больше интересно, почему ангелы летят просто в трусах, там, в синих трусах и в розовых трусах. Жарко уже у них там. Просто жарко. Да, я в розовых, вор в синих. Вот в синих трусах. Два архангела спасают человечество. Тотал, как у тебя дела? Не устал еще с ивентами? Ты что-то взялся вообще серьезно? Ну конечно, надо чтобы без трусов. Это же настоящий ангел должен быть, без ничего. Мне этот шмак попадался, но почему-то не зашел. Ну, потому что кеймастер, наверное, есть получше. Хотя у каждого, конечно, свои вкусы. Кому-то может понравиться. Разработчикам, например. Забирай. О, поварапчики. Последняя прокачечка. Здорово, Гарл. Да, 4 поварапа хватает. С этого чтобы... ракурса хорошо видно, тут сверху как 2 гуся. Ну, гусями тоже. Я бы за гуся лучше поиграл, чем за ангела, честно. Извините, летающий гусь спасает человечество. Где еще может такое увидеть? Вообще про гусей, кстати, выходила игра. Так, вот тут помнишь, да? Да. Эти статуи кончаются. Только в них не забылись. Статуи кончаются, по бокам начинают фигня лететь. Я лучше сюда лучше. Да, лучше со мной, если что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, берегись, еще полетел. Я знаю. Игры про гусей есть, кстати. Я точно. Я хочу. Давай что-нибудь на гусе с гусями пройдем. Хорошо. Только я еще в Стиме не покупал ее. Mighty Гусь называется игра. Типа шмапа. Ой, не шмапа сделана, а ран-н-ган, короче. Ну все, надо за гусей играть. Считаю идеально просто. Давай сначала с Винксами разберемся. Мы с тобой хоть на прошлом стриме наконец-то ПК-игры начали проходить.
Не хотите, чтобы они были без трусов? Я боюсь, игра тогда цензуру не пройдет. Лучше пусть уже хоть как-нибудь будет. У меня с максимальной прокачкой вообще какой-то архангел стал. Нет, это не подставляйся. Ну а что поделал? Плохо попадаю, может пикирование сделать. Уходи. Ой, ты прям уклонился по-божески. Все, расстреляли. Фу, на, ой, психоделия. Ну, парень. Конечно, то, что тут мигает, все не очень хорошо сделано. Мы сюда пешком зашли, кстати. Гаррет, привет. Здорово, дружище. Тотал, как у тебя успехи? Не устал еще от ивентов? Кстати, ракурс поменялся. Теперь мы... Теперь уровень проходим именно в горизонтальном положении. Вот это мне подстраивается. Теперь уже никак не все. Ну а что, у меня хп, стрельбы нет, мне кажется, надо подстраиваться. Кстати, с максимальной прокачкой я красиво выгляжу. Интересно, ты, наверное, синий мангер? Ты как будто голый весь такой сейчас. Может, тебе нравится быть голым, я не знаю, в этом красота все. Сейчас я... А, ну ладно, здесь просто пролетаю. Да? Так, я его себя вымою сейчас. Да, только береги, чтобы тебя не стреляли. Все, перестало стрелять. Маленько устал, куда деваться. Ну ты Total, конечно, взялся вообще прям. Ну игры-то хоть все проходятся. Ребята, что играют, все проходят. Ну было видно, да, сидеть там несколько часов, а потом игра-то не прошла, если не жалко. Давай, я вилу на него. Есть, отлично. У тебя звук такой неприятный при выстреле. Ну все, не буду стрелять тоже. Хоп, вообще перестал всю жизнь стрелять. О, я ее разбил. Сильно не выкачивайся. Я могу повыпендриваться. С максимальной прокачкой, кстати, Архангел может 3 выстрела выдержать. А я не могу бегать. Я слишком пафосный для этого. С максимальной прокачкой. Оп, все. Экран не сильно информативный, по 3 жизни. А вообще тут счет идет. После каждого уровня пишут. Проходят все, но пока игра хоть сейвы есть. Ну да, там в основном чуть ли не в каждом месте можно сейв сделать. Ну вот вы хитрые. Так, первый действительно босс. Нормально пропал. Еще бывает не действительно боссы. Мини-боссы, саб-боссы. Ну, босс-боссы. Как боссы считаются. Ну да. О, нормально разбили, отлично. Ну тоже опять это психоделия начинается, конечно. Оп, игра просто спойлерит, что еще 4 типа надо зоны пройти, чтобы одержать победу. Похож на футболиста, не знаю, Валентин, не обращал внимания. Дэвид Бекхэм в молодости, может? Никакой. Вон. Никакой Бекхэм просто. Не, никакой футболист. Я понял. Бекхэм тоже, конечно, никакой был особо. Ну, он штрафные неплохо так плавал, конечно. Он в основном пиарился же в этих журналах, всякая реклама там была. Так у него и жена там. Как Роналду, короче. Но... Жена модель какая-то. Так, ну теперь тебе до прокачки дожить. Прокачка очень важна в этой игре, как в принципе, наверное, и в большинстве шмапов. С максимальной прокачкой бомбы дальше летят, вот этих наземных врагов убивают. Быстрее летят. Да. Опять же, здоровье. Как они заспавили некрасиво. О, вон, отлично. Забирай, прикрой. Хоп, нифига не прикрыл просто. Крабьё какое-то. Курц, привет. А что это было? Я что-то сам не понял, что. Здорово, Курц. Меня кто-то ранил как будто и вообще не понял еще. Ну ладно. Потом в записи пересмотрю, что-то прокачка. Прокачка слетела? Ну, слетел и сзади меня появилась, это же прокачка. Странно. Я не понял вообще ничего. То ли она скрытая там была какая-то. Ну в любом случае тебе надо тоже на максимум уже набрать. Надо, да. Ух ты, вот это подлое, конечно. Здравствуйте, Григорян. Григорян, привет. У нас, между прочим, уже 2-я игра на сегодня, как ни странно. Altered Beast заспидранились за 10 минут просто. Ну а здесь не заспидранить, потому что экран сам по себе идет, да. В шмапах спидранить только боссов, если валить. Да. Здорово, Григорян, здорово. Здорово, ребят. Лев, привет. Так, забирай прокачечку. Последнюю? Нет, еще не последняя. Еще не последняя, да. Сначала анальные шарики. Ой, как лагает все, боже. Ну, у меня шариков много просто, поэтому лагает. Так, у тебя одно осталось. Здорово, здорово, ребятки.
На Сеге была, на Мегадрайве. Гаррет, я тебе больше скажу. Почти все пропустили Enter the Beast. О, бонус! Я успел залезть. Успел. Блин, я что-то не обратил внимания. Какая психоделия тут с этими лайками? Я не знаю, зачем так делают. Просто мигает в глаза тебе. Зачем это? Кому это? Успешные игры сегодня. Спасибо, Курс. Все такие добрые в чате. Все желают хорошей игры. Ну все, теперь ты копи на жизнь тогда. Да, тебе прокачечку надо взять. Кстати, можно по цвету очков понять, кто взял этот приз. Да, кстати, на двоих, когда играешь, аккуратно тут. Да, да, я улетел. Теперь я тоже красивый и голый. Да. Ну, все, собирай теперь ты это. Я, может, на врагах как-нибудь вырублю на пятую жизнь. Спасибо, Курц, спасибо. Вам приятного просмотра, ребят. Сегодня насыщенная программа, что-то как-то опять психанули, 4 игры попробуем пройти. Одна уже есть. А, посмотрим, что дальше будет. Посмотрим. Ну, чем бонусы хороши, никаких врагов, куча всяких ништяков. Летишь, собираешь. Все желают хорошей игры. Они в Enter the Beast играют. Уже прошли, Сэнд. Уже прошли, здорово. Как-то странно, смайлики поставил, кот типа со щупальцем. Ну, кот приветствует щупальца. Люблю такие бонусы, где нельзя умереть. Ну, в смысле, да. Можно, но это постараться надо. В стенку будет. Хочешь, я постараюсь? Не надо. Поп из дырки оба вылетели одновременно. Причем под воду спускались, судя по всему, вообще. Да. Не так часто мы играем в шмапы, но в последнее время что-то прорвало. Саламандр прошли, Силкворм. Сейчас за Legendary Wings взялись, ой-ой-ой. Еще же они так опасны. Боковые, да. Боковые вообще страшные враги на самом деле. Летишь себе где-нибудь с края экрана, хоп, в тебя просто. Но они вроде не ваншотят на максимальной прокачке. Красиво летят, кстати. Так, мы... Земля, значит, статуя. Обязательно статуи надо везде поставить, бывает, в каждом уровне, по-моему. Причем разноцветные. Ух ты, еще полурабчик. Так, следующий я, наверное, возьму на всякий случай. Возьми, ну. У меня вообще не попадали пока. Ну ты и недавно прокачку взял. Тут вообще как птицы летим, вообще не как ангел. С прокачкой последней. Так, ну давай вместе пробуем. Мини-боссы повторяются, только может. Ты какой хитрый! Все, точно, надо будет взять. Есть. Не дали полетать. Ну, хватит, сейчас здесь полетаем. Один я проходил эту игру, свой проект. Вор когда-то тоже играл, на ачивке ее мастерили. Вот дошло дело, наконец-то, до кооператива. Последнее, что с ней осталось сделать, с этими Legendary Wings, пройти в коопе. В Японии, кстати, игра не выходила, если кому интересно. Японцам повезло, в этом плане не считаем. Это не очень хорошая игра, действительно. Но играть можно. Играть можно, да, не самая плохая, пустите сама. Сам вниз полез такой. Я же не подставляю. Кстати, лава очень опасная здесь. От лавы лучше подальше держаться. Экран потихоньку скроллится. Играть можно, но игра, конечно, такая. Кимастер, по-моему, писал, что она у него была. Он писал, ему не понравилось, по-моему. Да, вот я про что и хотел вспомнить. Кимастер, в принципе, неудивительно, что тебе Legendary Wings не понравились. Если у тебя был Ганнак, Life Force, Градиус первый или второй. У меня вот Топ Ган был, например. Топ-ган, видишь, не совсем шмак. Симулятор. Симулятор самолета, наверное. Симулятор авиатора, вот так вот. Финал Мишн. Финал Мишн, кстати, тоже очень сложная. Японская версия, ее не так легко пройти. А, уже все, что ли? Уже все. Я пока в чат смотрел. Что, полетаем? Конечно. Давай порезвимся. Два архангела тут. Дую, а чё, давайте полетаем так. Хоп. Да. С автоматами летают друг вокруг друга. Кстати, да, они, у них какая-то пушка непонятная, что-то держит. Почему на боссах фон исчезает? Потому что слишком качественная игра.
Я считаю, что фон недостоин этого босса, поэтому его и вырезали. Ой, я забыл про глаза. Да, опасная фигня, лучше не увлекаться. Ай, нос чешется. Лучше не увлекаться, хоп, пошел нос чесать сразу же. Берегись, берегись, они под летят. Ты что-то вообще глазами заспамлен. Глаза как-то можно отстрелить. Ладно, нормально. Джиди, игра 88 года. Есть. Так, ну теперь тебе надо пышечку да, взять. Чтобы систему не нагружать. Здравствуйте, Сгухов. Здорово. Здорово, Сгухов. Еще три зоны. Игра вечно спойлерит, сколько осталось уровней. Я пока... Кайфуешь, да, уже? Пока бухну, да. Ну, я такой теории не знаю, я особо и не увлекался никогда таким. Ну, есть боссы, есть, есть фон, нет. Джиди, знаешь, что еще? Обычно на боссах... Так, вот эти камни, их не пролететь, нифига. На боссах еще частенько черный фон делают, специально, чтобы пули сэкономить, да, сэкономить место на картридже вот этого все. Чтобы видно хорошо его было. Ой, ну тебе следующий уже точно. Ой-ой-ой! Смотри, урон опасно возле скалы получается. Ой, как игра лагает, боже мой. В общем, продолжаем разбираться со шмапами на Неске. Пока Silkworm одна из самых сложных игр из того, что прошли в кооперативе. Там просто постоянно там движение. Там сыпят пулями просто нечестно, мне кажется. Последние миссии вообще жесть какая-то. А-а-а! Надо было с тобой, но я решил вниз. Не надо было. Какой провокационный вопрос. Хоп, начальник такой смотрит. Так, что он сейчас ответит? Так. Если честно, Валентин, то не особо. Ну все, уволим теперь сразу же. Ну я работать-то буду. Ну ладно, восстановлен. Да тут же восстановлен. Да, за секунду. Чего я стреляю, как дурак, никого же нет. Привет стримеру и стримеру, оригинально. Чего сюда залетели? Кишки какие-то, никого нету. О! Сейчас пофармим очки. Начальник премии будет донатить. Потом квиточек получу и офигею. Сумму. Скажет, кто там работать не хотел? Володя. Иногда отщепятки такие прикольные происходят. Давай подождем, пусть они стреляют. Да, привет всем стримерам. Все, кто сейчас стримит. Все, всем здесь привет. Наверняка, да. Я еще был уикенд. Язык прикольный стоит. Локация психоделичная, конечно. Ой-ой, еще мухи. Что-то три, вы опоздали, наверное. Мы не опоздали, хоп, разбили всех-то. От начальника лучший донат — это сохранение премии в 100% размере. О, это вообще сердце какое-то торчит. Да, просто всякие органы торчат. Сейчас чуть не увлекся, кстати. Так, ну я помню, тебе надо пышечку взять на всякий случай. Свинобой. Да. Давайте на сотую игру «Остров головорезов». Гаррет, единственное, что могу предложить, это добавить в голосование твой вариант. На сотую игру будет голосование. Как только в статистике будет 90 игр пройдено, сделаем голосование на выбор сотой игры. Ну, сотой кооперативной игры, естественно. Отлично. Отлично. Запоминаем алфавит вместе с транзитом. Отлично. Тебе мне жизнь куда? Да, набрал очков. Слушай, ну не зря залетели. Барабан. Да, плюс жизнь. Значит, ты тоже где-то рядом. Все, я сейчас буду все отстреливать, чтобы не дать тебе жизнь взять. Нормально. Вот, с максимальной прокачкой на весь экран летит. Есть, отбились. Эти тоже неприятные враги, так подло по краям подлетают. Так, а мы здесь бонус еще не были, да? Не были еще. Тут, кстати, возможно, бонус какой-то скрытый. А бонус он после башки всегда, по-моему. То есть башка вот эта вот, а потом уже бонус. Привет, Небо Нерабо. Ой, Небо Нерабо, здорово. А мы тут продолжаем шмапы на NES изучать. Ууу, сколько пушек там, да, и все не убить. Шашлыки какие-то летят. Ну, давай я как-то буду выманивать на себя.
Как я там бегаю, кручусь, господи, спаси. Эх, получится. Да, один Гаррет проголосует, в итоге голосовать за остров. Гаррет, ну это уже агитирую зрителей, чтобы за остров голосовали. Но, я тебе честно скажу, конкуренты будут сложные у острова. Конкуренты на сотую игру будут очень сложные. О, бонус. Бонус, да. Хорошо, хоть сразу не пропадает, да? Можно успеть реагировать и залететь. Опять психоделии это. Привет, Раба, привет. У нас... Ты уже здоровался. Я еще раз поздоровался. Потом через 5 минут не забудь еще раз поздороваться. Да. У меня есть такая привычка. Грешно смеяться над больными людьми. И сам над собой поржал такой. Да. Самоирония, кстати, один из признаков анти-ЧСВшничества. Где-то я вычитал от умных людей. Все, за ЧСВшишься сейчас. Я типа не ЧСВшусь, все сейчас. Да, типа, все, у меня анти-ЧСВшная ерунда вышла. Белазис, привет. Опа, флешка. Отлично. Здесь можно не стрелять. Ну ладно. Можно побаловаться там, поприседать, например. В том-то и дело, только я проголосую. Мы сколько, 5 вариантов будем добавлять? Ну, можно. Больше, ну. По поводу привычек, тут хайскор сбрасывается. Гаррет. Блин, нафиг я напомнил про привычки. Мы, кстати, у него что-то хотели спросить. Ну, чтобы он не забыл, сбрасывается хайскор Final Fight или нет. Все, Гаррет. Тест прошел, молодец. Собирай, наверное. Ну, они 1000 очков дают на барабан. Толку собирать. Кстати, в Legendary Wings хайскор реально сбрасывается, если все жизни потратишь. Проорался вчера, когда в чат написал «иди глаза мыть». Тот он на своей волне. Что-то местное там, непонятное надо. Да, ну, на ивенте я что-то написал интересно. Там скалы непроходимые, вот это мы летели место. Ой, повезло мне. Опять пушку поставили, что да, ее не отстрелить. Примерно с 4 уровня подлости начинаются. Появляются враги, которых... Вот, видишь, скрытная, я так же выбил скрытную флешку. Давай возьму. Ты же взял, да, в том? Да, да, да. Ну да, нам тут пофиг на хайскор был. Крабы, которые... Меха-крабы, которые разлетаются на 3 рикошета. Отлично. Никита, ты не понял фишку. Это наша фишка с Гарретом. Гаррет прекрасно знает, это мы просто стали уже стягать, чтобы обязательно спросил про хайскор на следующем стриме. Он теперь будет везде спрашивать и везде запоминать. Да, так что Никит может больше не отвечать. Это наша фишка с Гарретом такая специальная. Опять чуть не улюбился. Да, он непонятно, он то стреляет, то пикирует. Ой, опять психоделия. Ну, полетали маленько. Ну, в коопе проходить на хайскор игры — это в 2 раза, даже в 3 раза сложнее задача, чем соло. У нас есть основные правила для кооперативов, кому интересно. Игру должно пройти оба. Начать и пройти вместе. Приятно, поместечко. Джиги смайлик минерала, кстати. Минерал с собой прикольный смайлики сделал. Но они, правда, копируют некоторые другие по виду. Ну как бы все уникальное тоже же не сделать. Ничего уж человечество только не придумало. Да. Так, а тут я бы подстрелил. О, она на меня адрится. Дурная такая шкушка. Можно забрать. Все-все, встречаем. Давай, ты там, я здесь. Посередине, кто сможет, отпускай, отстреливает. Нормально. Давай, сейчас наставим. Роботы, наверное, да. Ну, видишь, мы и поодиночке. Розовые роботы, прекрасно. Но это не мои друзья. Нифига не мои друзья. Не с тобой одного цвета такой, ты мутишек. Так они тоже стрельнут, если не отвечу. Так что не обращай внимания, лупи всех подряд. Ну
нас в кооперативе главное проходить игры вместе. Обычно, кстати, синим игроком первого выбирают, а красным второго. Тут наоборот. Второе обязательное правило — играть на максимальной сложности, даже если она скрыта опциями. Если мы знаем, что в игре есть скрытая сложность, то обязательно включаем ее. Вместе завершать игру, но это все как обычно. Конты — это не обязательное условие, скажем так. Конечно, круто, когда получается в кооперативе еще и без контов проходить. Это одно из самых крутых, что может быть. Так, ладно, я там свой глаз отстрелил. Я прополнял. Уж правильно. Да что, есть второй отстрелил. Все, у меня только один остался. Так, жива еще. Там чуть-чуть осталось. Кстати, босс реально как статичный двигается. Есть. Босса взрываем, остальные глаза разваливаются. Тоже для спидранеров. Пока он, его где-то в начале на экране надо убивать. Тут... Кстати, да. Пох... Еще две зоны осталось. Сила баночки, судя по всему, подействовала уже. Ничего подобного. О чем речь вообще? Ладно, тогда. Что-то не плохо. Так, вот здесь прицельно надо ждать. Под дебафом баночки-то я уже не так уж и попадаю, то по этим пушкам. Блин, пушки, конечно, тоже еще странно. О, еще и вот эта фигня, да. Оп! Успел. Да-да, держимся по-разному. Он на меня, походу, отрезал. Тормоза, спасите! Спасите, помогите! Я стреляю. Что происходит? Во все стороны. Ой! Убивают! Архангел убить хотят, кошмар какой-то. Ладно, здесь разобрались. Отлично! Сейчас повезло, что луч у него широкий. Широкую, на широкую. О, ну я попробую. В чью сторону он должен идти? Вот все. Ладно, четвертый закон. Так эти разбиваются. Не понял. А, эти стреляют? Ну эти просто стреляют, да. Враги похожи, кстати. Вот эти не разбиваются уже. Лев поздоровался, походу пропал сразу. Так кто-то не ответил ничего. О, повырап. Так, а кого? Бери, бери, если хочешь. Опять шашлыки. Меня летят. Просто вообще ни разу не задели. Да, эти можно отстрелить. Ой, я как-то пушку взорвал. Так, лишь бы что-нибудь краем не вылетело. Может, опасно так стоять? Не знаю, а что тут выйдет? Вообще стенки вроде как. Вроде как стены, да, может не должно ничего. О, хотя вон у тебя какой-то со стены. Ну это он прям через стенку уже бурится там, посмотри. Враги уже лезет хотят... через стену просто. Нарушить игру, да. Так, тут бонус еще. Наверное, пропустили уже. Вот он. Вот. А, самый скрытый бонус был. Единственный бонус, который выбивается из пустоты. Здесь даже не надо по врагам никаким стрелять. Сразу пауэрапов кучу. Оп, так, 5-5 по жизням. Собирай, пока шестую не получишь. Сердцеед, конты-то и я как бы могу взять. Зачем эти нужны? Ну, давай, ну, бери. Спасибо. Оп. Прокачечка. Да, когда ты берешь бонусы, они синим цветом горят. Когда я, то розовым. Поворот, наверное, очков не добавляет, если его еще раз брать. Ну, иначе бы очки писались бы тоже, я думаю. Вот сердце берешь, ничего же тоже не добавляет. Да. С поворотом, думаю, то очень. Чисто, походу, прокачка. Прокачка и конты. Очки дают только убийство над врагами, боссами и вот эти вот драгоценности всякие. Отлично.
сразу еще два конта поставили. Да, бонусы — самая приятная часть игры. Просто летишь, собираешь, ни о чем не думаешь. Ну, почти ни о чем. Главное, стенку не думаешь. Я набрал. Отлично. Эх, не дали доиграть. Я хотел тебе компанию составить, но после баночки не успел. Так, вот еще одно стрёмное место, да? Ладно, они как-то там на тебя затыкали. Ну и ладно, закон, главное, закон, что пролетели. Отлично, закон. Как я сказал, у максимальной прокачки есть примерно 3 хита. То есть 3 раза мы можем получить урон без потери прокачки. Но лучше, конечно, стараться аккуратно лететь. Хотя 4 уровень, он такой же напряженный. А, вот эти рикошетники. Да, да, они мелкие. Сейчас опять статуи полетят. Специально построили сушу. Да, чтобы статую разместить. Отлично. Нормально. Статуи в основном бесполезны, если у тебя прокачка есть. Просто их успеваешь отстрелить все. Тем более на двоих. Да, без прокачки со статуями, конечно, сложновато сражаться. Но опять же, оригинальности никакой не проявили. Тот же самый мид-босс. Да и вроде здоровья у него тоже. Да. Просто цвет меняет. Привет, Рокретрос. Рокретрос здорово. Спрайт дрели, да, кстати, в Мегамане 2 так, такой же был. Там на дрелях, помню, нужно было много чего фармить. То, что они бесконечные были. Ну неудивительно, Никита, это Капком. Да. Капком! Капком. Тетрис Ван, привет. Здорово, сибирякам. Смайли классно, Яна. Яныч, привет. Это Фроза, по-моему. Ну все равно классно смайли. Ну да я не спорю, просто уточнил. Сразу такой Фроза. Ой, нет, фу, говно сразу, что нет. Хороший смайли. Хороший, я не спорю. Аккуратно, да. Спасибо. Спасибо. Так, иди бери кот. Иди бери, лети. Да. Яныч, поздравляем тебя с Guardian Legend. Да, 8 часов тут. Ну ты нормально, конечно, в принципе. Ты, конечно, вчера, да. Да что, как плохо? Да, ты прям торопишься. Привет, Данкс. Данкс, здравствуйте. Пролетай вперед, я уже. Ну ладно, я одну ХП потерял. Сейчас розовый, наверное, опять роботы будут. Да. Не, Яна вообще прям в этом. Яна вообще круто сыграла. 8 часов и Guardian Legend покорился. Мы, конечно, не все смотрели. Оружие что, там решает. Что конечно. Было, то было, да. Мне еще Guardian Legend предстоит проходить. Леша Саут. Ну, я фанатскую версию проходил. Shadow of Nacho, да, кажется? Да, что-то такое. Так, шестая жизнь у меня тоже. Ну, в принципе, игра хорошая. Ну понятно, да. Ну ты взялась вообще конкретно. Не хочется просто возвращаться к играм. Я 8 часов марафон животных игр стримил. На японском игра называется «Крылья Ареса». Подожди, я не понирала. Все-таки есть? Все-таки есть японская версия? Или это пиратка какая-то? Может, он про это говорит. Про Guardian Legend, не знаю. Так, я глаза стреляю. Ну его нафиг. Я пошутил. Ой, нормально. Нормально. Мне кажется, следующая будет для него похоронная. Хорошо, вначале сразу версию сменила, был бы капец. Ну да, там же головоломки, все эти подсказки тоже надо знать. Ян, у меня была японская версия в детстве. Я застрял на 4-м коридоре, потому что не знал, что делать, чтобы двери открыть. Есть, разбили, развалился. Ой, кошмар, психоделия, как уже глаза болят. Ну а зачем, я не знаю, зачем так делать. Ну серьезно, но. Такое ощущение, что реально в некоторых играх просто не было тестировщиков никаких. Просто там левые имена какие-то вписали в тестировщиков, и все, типа, вот они тестировали, если что, их бейте там как-то. Я не Бонераб, или ты перевел именно Legendary Wings, Крылья Ареса, по-японски звучит, или как? Ну, вряд ли, тут летающий. О, музон классно заиграл. Такие, ну давайте хоть в последней локации классный музон сделаем, да, давайте. Все, я вернулся. Вместе. Обычно классно делают в первых, в последних. Нет, в последних надо делать классно, чтобы запомнился, типа, скоро финальный босс. Ну, по уму, мне кажется, ну, а в первом, чтобы завлекать народ. Ну.
В середине игры играешь, какая-то фигня звучит непонятно. Вот эти пушки могли стать болью. Без прокачки помогу. Что-то они только с твоей стороны вот эти. Ну да, они прокушки определенно спавнятся. Че ты не знаешь? Привет, Лодранер. Локальный. Дискульт, привет, удачного прохождения. Спасибо, Лодранер. Между прочим, вторая игра на сегодня. Так, давай. Там между нами выстрелил. Да, я что-то вверх поторопился, ты бы, может, успел. Ну ладно, последняя локация, уже дожать. Больше не заморачиваться. Может, седьмую жизнь успеем получить. Да она не особо нужна-то, конечно, ну ладно. Спокойно. Здесь какие-то сперматозоиды есть. На колено перед синими этим. Хорошо. Я сначала не понял, потом понял. А потом как понял? Да, и расстроился. В принципе, легко пролетаются. Опять языки со стены торчат. Сердце, ну все как обычно, кишки какие-то, ребра, не знаю, что вот это вот. Что-то, кстати, Яна, интересно стало, что у тебя следующее по плану? Уже подумала, что играть будешь? Блин, ну Guardian Legend 8 часов. Я как будто на тебе стою. Ну, все, сейчас. Давай на крыльях. Во! Вот. На крыльях ночи. Я ужас, летящий на крыльях Архангела. Развалиться. 8 часов Guardian Legend, это вообще крутяк, конечно. Оружие, наверное, все собрала. Чипы, я не помню, 4000 максимум или нет, наверное, максимум. Ты не обращал внимания на то, что сам играл, что там было у тебя по прокачке? Ну, я оружие какое-то одно прокачивал себе, и все, в принципе. Там какую-то мешанину сделали, да? Там много оружия всяких раз, очень много. Пока ХЗ, может опять на ПК что-нибудь. Кстати, успела по скидосу забрать эту игру. О! Когда, молодец, когда я играл, игре не помешали бы телепорты, потому что там очень много пешком приходилось ходить туда-сюда. А вроде потом сделали, да. Я потому что писал тоже, что не хватает там. Добавили телепорты, еще что-то сократили там. Я уж точно не помню, я писал на все свои, ну, что мне не понравилось, он исправлял. Вот да, я эту же и проходил. Там, где спрайты просто перерисовали со всяких других игр. О, нас сама игра так поставила. Да. Все-таки я над тобой. Neverending Nightmares, Гаррет, если на слух понял, что я сказал. Есть еще игра I Wanna Kill Гаррет. Загугли, поиграй. Все, я спокоен. Гаррет уже бежит гуглить и играть. Я спокоен. Ну, если там еще и лысый Гаррет в конце будет, то вообще идеально. Ну, это финальный босс, ты уже проспорил. Хотя это и так было. О, вот сейчас опять боковые появились. Хентай шмат. Never Ending Nightmares. Бесконечные кошмары называется игра. Ну, на меня особое впечатление произвела, должен сказать. Игра в черно-белой стилистике лучше запускать ночью. Для большей атмосферы. И, кстати, сюжет там такой сложный на самом деле. Несмотря на то, что примерно одно и то же происходит в игре, бывают местами такие комнаты и такая развязка сюжета, что просто волосы дымом встают. Там, например, даже тема инцеста затрагивается в одном из развития событий. Ну, это дело семейное, как говорится. Но игра очень атмосферная. Там как инцест есть, но игра очень атмосферная. Да, так, неприятное место. Полетел. Я триггерю. Ой-ой-ой, один раз попали. Ладно. У меня пушка 5, давай я полечу. Ну, сразу бонус. Музыка все-таки классная. Тайгер, привет. Где можно оставить реквест на его на Kill Garrett? А все, Garrett, все уже. Все уже. На кухню. Давай, Яныч. Давай. Молодец, что игру все-таки купила. Яна с кухни. Да что такое? Хватит меня уже. Я только ушла, опять про меня начала. Хватит меня отвлекать. Дайте сказал мне. Сказал же, что ушла. Чего ты опять начинаешь? Дайте ужин приготовить. Чего вы меня отвлекаете? Спрашиваете меня постоянно. Давай, Яныч. Бери, бери. Приятного ужина. Отличного настроения. Спасибо, Тайгер, взаимное. Пока потихоньку продвигаемся, пока не плохо или. Так, стреляй. Ну, у нас
не очень получается. Давай я один буду. Да, скажи один. Хорошо, хоть стены можно сломать, а то это вообще был бы ужас. Че, я собираю? Да, мне не попали. Если что, в финальном коридоре заберешь. В коридоре. С яблочками. А вот я взял. С печеньками. С луничкой. С бананчиком. С бананчиком. Немногие поймут. Никто не вспомнит. Да. Я ее в список кинул, как раз, чтобы скидос ловить. Очень... Да, кстати, в Стиме что удобно. В Стиме можно в список желаемого добавлять игры. И если на них какая-то скидка происходит, если какая-то скидка происходит, тебе оповещение на почту приходит. Там игра такая-то продается со скидкой. Да, в стенке можно влетать, ничего страшного не будет в этой игре. Так, что, поехали. Да, аккуратно. Ты, ух ты. Ну, два раза, ну ладно. Ой, надо назад. Ну это вообще подло, уже спаунились. Живи? Живу. Так, тебе одну кошечку взять. Да, и все нормально. Диванный, привет, здорово, диванный привет, здорово, ребятки. Хотя, может, ее как раз нормально будет сейчас. Оригинальный Legendary Wings. Были выпущены в трех различных вариантах. Японская версия, без зарубежных. В японском два разных игровых персонажа, был там Мишель была и Кевин Уокер. Значит, оригинал на аркаде выходил. Блин, если на NES 88 года, на аркаде вообще, наверное, какая-то там доисторическая фигня. Доисторическая. Ах ты плюешься, сволочь. Куда поменьше есть по 6 жизней. На телефоне удобнее, почту редко. Ну или на телефоне, Яныч, да. Я так на распродажах в основном и закупаюсь. Из списка желаемого смотрю, что у меня, на какие продукты больше всего скидка. Ой, что-то нос чешется, выпить, говорят. Я пошел. Давай, куп ушел там. Нафиг это человечество. Причем на последнем уровне бросил. Сегодня диванный скромно появился, вот это я понимаю. Задолбался мне там по всякому двери выносить. Диваны, на тебя никаких дверей не напасешься. Так тут нельзя сломать. А, вот здесь где-то подставы, кстати, могут быть. Аккуратненько тут. Да-да, было опасно, на самом деле. Давай-давай ко мне, ищи. Ну, это я возьму. Блин, как страшно тут полурак убрать. Ну, конечно, самую верхнюю сделаю, конечно. Вот это прикольно сделали, да? Ну да, что надо искать выход. Для 88 года, типа, ломать надо какие-то препятствия. Ну все, у нас фул прокачка, отлично. Теперь ты выманил, кстати. Видимо, кто первый пролетает, на того наягрится. Блин, на аркаде что только не выходило, кошмар. Никита, здесь, кстати, не так уж и много... Ой. Назад, 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 конечно, конечно. Уже все, будет. Я уже тоже, блядь, пробую посмотреть. Ну давай аккуратно, наверное, не торопимся. Да, сейчас потихоньку отстреливаемся. Там и купить тоже сразу можно. Ну, буду знать, Ян, потому что я обычно на ПК. Смотри, что творит. Просто лезет. Самый жирный. Самый наглый, я бы сказал еще. Просто до конца экрана вылез. А, там тема трусов раскрыта, да? Я не Банераба написал. Кевин Уокер, молодой человек в синих трусах. На Мишель в розовом, да, типа. Так, мы сейчас должны успеть прополнить его. Нормально. Я думаю, еще один заход и все. Ну обычно в 3 захода гуляю, сейчас он просто зайдет, а мы не сможем повторять. А, кстати, да, он что-то сильно близко лезет. Вообще по-наглому сделал, сволочь. Ну ладно, глаза. Твои глаза такие страшные от боли, назад нельзя. Опа, вот и все. Экран нас просто не пускает. Ой, я прям идеально влетел.
меня голова чуть ниже тебя. Да. Ну хоть ноги не сцепились. У меня голову сплющило как будто. А отрезали голову, смотри, как будто квадратная голова. На самом деле просто прическа такая. О, на меня три полетело. Босс на Мегамена чем-то похож. Транслобода. Зиг, спасибо за фоллу! Ну, чуть-чуть просто отвлекся, все. Босс во мне появился. Опа. Держись. Да что ты, ты такое чувство, что урон не проходит? Не проходит. А, меня тоже ножку зацепило. Есть, отлично. Дошли. Давай. Есть. Чуть глаз не получил. Ну, вот и прошли, оп, в глаз-то. 560, 560, 500. Вы спасли расу людей от их вымирания. Есть, давай еще раз. Зачем еще раз-то? Есть, отлично. Еще один шмап пошел в статистику. Люблю, когда это происходит. Я остановил. Ну ладно. Ну, пока титры, в принципе, да, можно поставить. 86-й игрой становится Legendary Wings на NES. Без смертей прошли, хотя вначале немножко напряжно было. Есть, вот, отлично. На всех посмотреть, кто в этом причастен здесь. Интересно, что делали с OGN, допустим, с разработчиками? Ну да, диваны, скажем так, не самые популярные. Находили их где-нибудь или нет, там, не знаю, в подворотне, чего там, типа, такой рестлинг кривой сделали? Там папа чей-то был. Есть, отлично. Блин, кошмар просто. Пистон Такахаши. Пистолет типа, да. Пистон Такахаши. Идеальный, я считаю. Presented Capcom USA. Отлично.